Вера, опять с вами. Здесь мне скинули клип, посмотри, пожалуйста. Пожалуйста, ну пожалуйста, и заранее благодарен. Ну как не посмотреть? Джастин Бибер. Джастин Бибер. Он, короче, написано на иностранном языке, кинула в переводчик, хоть о чем песня. О, написано в переводчике «вкуснятина» или «объедение». Короче, что-то такое. За любителя пожрать, наверное. Ну, думала смотреть, не смотреть. А когда глянула, что там 119 миллионов просмотров, вы представляете, думаю, а что я хуже? О, давайте вместе посмотрим. Так что поехали. Где он ходит и при чем тут вкуснятина? Просили посмотреть, посмотрела. Хотя вот так вот всегда возникает вопрос. Вот смотришь, да, вот сделали клип, там песня. Почему они становятся такими известными? Вот 119 миллионов посмотрела. Почему он стал таким известным?
Ведь и есть и другие песни, вот хорошо поют певцы, не, исключительно, вот нравится, даже не хуже, и заслуживает, может, даже больше. Но на них как-то нету спроса, удивляешься. Я не хочу сказать, вот сидит он себе за столом, вот я смотрела, сидит себе за столом, кушает, там всякие блюда такие носят. О, и не пойму смысла, хотела включить субтитры русские, нету, не получилось, поэтому что смотрю? О, покушал хорошо. Там все покушали хорошо, потанцевал на столе. А дальше что? О чем песня? Я, короче, не поняла. Вы поняли? Послушала музыку, как поет, хорошо поет. Музыка хорошая, хорошо поет. А о чем поет? Ну, просьбу выполнила, хоть и ничего не поняла. И бог. Хотела смысл еще посмотреть, но не получилось. Так что, ну, бабушка, может, где-то что-то не так включила, может, где-то не дотягивает, вы же понимаете. Ну, это же бабушка, скидки делайте. Понятно? Так что пока-пока. До новых встреч. Yeah,